Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Я вообще не помню, когда я последний раз... Да, что? Что ты сказал? Почему? Не, все нормально. О, привет. Кому-то. Куда мы идем? Куда? Эмилия, привет! Меня вообще слышно или нет? К сожалению, при загрузке пришла ошибка. Ой, что за гладкий? Прив. О, вот, всем привет. Короче, я не знаю... О, Жанна, привет. Куда мы идем? Но там темно. Выключи этот говняный голос. Да, слышно. Привет. Димочке привет. Так что написал. Ярику привет. Привет, Ярик. Тебе привет. Короче, куда мы идем? Ну, там темно, а тут... Тут стрёмно. Мы же только что увидели, потому что она сбежала. Я сейчас куда-то пошел, поел. Вы втроем, да. Вы не могли мне какой-то еды захватить, сельпо? Я, кстати, думал об этом. Ты, кстати, думал, но не взял, да? Не, честно, я думал об этом. Думал. Не, я думал, я тоже приходить. Я в мыслях, я тебе не говорил, честно. Короче. Я реально хотел ей предложить. Я верю. Привет, Иван. Вообще, всем привет. Когда я снимаю трансляцию по перископу, вообще никто не смотрит. Каких-то людей вообще никогда не заходит. Аж бесит просто. У него очень... О, лайкайте, спасибо. Ой, блин, вернее. Я тоже не знаю. Короче, пойдемте в Гагарин Плаза. А там вообще... О, так лайков много. До скольки Гагарин Плаза? До 12. Ты будешь в Аркадии? Типа, спрашивай, какую Аркадию? Что, в Аркадии страшно? Почему там страшно? Ну, потому что там темно. Не тупи. Мне мама сказала, как бы, типа, очень быстро и возле дома. Ну, можно считать, что Аркадия как бы возле моего дома? Да. Но это даже не Аркадия, это Гагарин Плаза. А что вот это вот за... За дом. За вот это? Это Аркадийский дворец. А это дом? Нет, это дворец. Ну, конечно, там живут люди, это дом жилой. Это просто статуя. А сначала думал, что это какой-то Колизей. Вот 10 Колизей. Не, ну просто так выглядит такой. Короче. Ты на него издалека видел корабль. Выбросили на берег. И там меня в Баске просили сделать трансляцию, как бы я ее сделала, но я не уверена, что тот, кто меня просил, увидит эту трансляцию. Потому что у меня 3G не распространяется на АСК. Не грузит. Что мы будем делать в Гагарин Плаза? О, подождите, а летящая планета до скольки? Слушай, есть летящая планета. Там есть летящая планета. Всякие. А до скольки? О, такое небо красиво, четко. Ну там ничего не видит, короче. Офигеть. Я не знаю. Привет, Роза. Там же, по идее, должно быть для детей. Для детей, но для детей да, вообще нормальные дети, 8.52 нормальные дети, мне кажется, уже спят, они шляются где-то. То есть мы ненормальные дети? Привет, мы они ненормальные друг друга, дети. Чтобы они выходили. Да, 8 часов и, знаешь, типа 30 минут. Нет, это так нормально, типично для Димы, что, типа, у тебя 10 секунд, мы под твоей дверью, как бы ты вот, выходи. Спонтанно. Ага, да, немножко спонтанно. Меня просто присвечило, я сказал, ну... Действительно. Тут очень странно пахнет, и тут страшно. Я бы сейчас на каток пошел, да, здесь. На каток, серьезно, да? Ты был на этом катке? Ты был на этом катке? Был я на этом катке. Ну, тебе понравилось? Я с тобой был на этом катке. Я знаю. Ну, нормально. У меня нет амнезии пока что. Там есть вообще люди? Там нет людей. Конечно, там нет людей, потому что поздно. Никто не гуляет в 9. Все гуляют в 12. Да, все гуляют в 12, да. Лайк, если гуляешь в 12. Мне кажется, сейчас 0 лайков, все перестанут лайкать. Вон там лед убирает, чел. Этот чел очень странно убирает лед, я помогу. Синяк. Все. А, да. Это просто. Что? Кстати, ты... Это с катка, потому что вот этот вот. Сейчас, где он?
меня очень быстро мне разряжается телефон, мне 10%, поэтому если я пропаду, то как бы вот он из-за него, потому что он начал по кругу ездить, и короче. Да я не ехал по кругу. То это ты виноват, что я упала. Я поехал быстро, взял тебя и объехал. Объехал, тебя. Ты объехал да, меня, да, вот поэтому я и упала. Я сам упал. Короче, у меня теперь два огромных синяка на коленках. Привет! Никому не интересно. Блин, видишь? Наша слеза выступила. Заткнись. А, ну конечно, Кейт. Да. Ну, покатались, в принципе, хорошо. Ну, правда, на коте вообще не хотел. Там ужасный каток. В прошлом году он был поменьше. А кого я? А кого я вообще заблокирую? Я заблокирую кого-то после, который сказал, что ему неинтересно. Как будто для него рассказывалось. Реально. Это, по-моему, была девочка. Неважно, подка. Сука. Хороший каток. Нет, каток дерьмовый. А, ровный, да, Эмиль, я согласна. Он очень ровный. И этот ровный. И у меня 1% зарядки. Сколько? 1%. О, супер. Класс. Как это так быстро, с 10 до 1? Потому что у меня только что 20 было. У меня вообще, когда я выходила, было 70. Если что. Типа по-любому что-то не так с телефоном. Да ладно, ты что, не шутишь? Короче, я сейчас отключусь, поэтому пока полайкайте меня, если я пропаду, то это как бы телефон. У меня... О, прашки колбаски. Как он там называлось? Гринвешвурст или как? Гриш. Нет. Немецкие сосиски, только немецкие. Да, на немецком сосиски. Грейсвурст. Я помню, что это сворст. Ну, Грейсвурст. Нет, Грейсвурст. Они просто французский в школе учат. Нет, там что-то с чворст. Чворст, отвечай. Чворст. Спроси. Быстрее, у меня 1%. Германия, чворст. Спроси про панду. Про панду спроси. Спрашиваю панда. Про панду. Большая панда, здоровая панда. Здоровая панда, большая панда. Вот, очень красивая панда. Очень красивая панда. У Димы и у Ярика. Ну, я спросила, что? Мягкая. Короче, мы пришли в Гагарин Плаза. Вот, у меня 1% зарядки. Значит, Гагарин Плаза дальше, чем Аркадий. С ума сойти. У тебя 1 или 11? Посмотри. У меня 1. Да? Ты тупой? Обойди. Ну, просто нужно всегда ходить по одной стороне. Да. Ну, чтобы не разойтись. Не... Я забыл, не знаю. Не разойтись, это ты прям да, загнул. Да. Подключаются какие-то люди, и я понимаю, что я сейчас вырублюсь, потому что 1%. Ну кому нужен? 1%. 1%. Кому нужен телефон? Можно провести трансляцию. Дольше, и сердце. Да. И я думала, это тело. Но это не тело, наверное. Да. Короче, мы пришли. Да, опять мы здесь. Тут как бы немножко уже люди, по-моему, закрываются. Я не понимаю. Я просто хотел поехать по этой штуке, которая медленно. Да, она очень, очень медленно, понимаете? У меня телефон разряжается. Короче, поспрашивайте что-то напоследок, семь моих зрителей. Тут долг.